того, чтобы регламент, чтобы мы знали, что нам предстоит отчитаться по работе за каждый год, чтобы готовились к этому отчету, потому что вот сейчас возникает часто ситуация, когда надо предоставить какие-то итоги работы, то есть понять, обобщить ситуацию с обращениями граждан. И если бы такая работа не велась, то это сделать достаточно сложно. Поэтому разработан специальный регламент об отчете перед избирателем. Ну, то есть здесь нет ничего лишнего, чего, как, когда происходит встреча, так сказать, о чем это происходит, за какое время, так сказать, информируется избиратель о том, что будет отчет депутата по той деятельности, которую он ведет. Какие есть предложения, замечания? Да, Сергей Сергеевич. У меня вопрос, я сейчас мы опять чего-то тушим. Там написано, что я должен в декабре отчитаться, причем до 15 числа. То есть времени как бы на подготовку не остается. При том, что у нас, как правило, все отчеты руководителей начинаются с Нового года, да, то есть, чтобы отчитаться за год. То есть вот тот пункт, что я должен отчитаться в декабре, нельзя перенести там на февраль, на март. Какие сюда? Ну просто вот сейчас опять голодный по Европе вспоминать, чего я сделал. Откуда взялась формулировка 15 декабря? Это департамент. Ну там 15 дней, поэтому я говорю, то есть до 15 декабря я должен план какой-то сделать. Нет, я могу не сам отчитаться. Вот я соглашусь, причем, потому что мы, например, отчет главы права заслушиваем уже в будущем. А итог года. Зачем же нам в декабре озвучивать то, что мы еще... А если я что-то еще сделаю 18, 21, 20? Может, 31 остановить число. Да. Может быть. Нет, поэтому мы и обсуждаем. Получается какая-то спешка. Максимальный вариант — это февраль. Да. Прошли.